Десятки зданий в 5 регионах Казахстана остались без крыши и кровли. Всему виной шквальный ветер, который господствует в эти дни на северо-западе страны. В поселке Каргалы Актюбинской области порывы ветра снесли шифер сразу с нескольких многоэтажных домов. К счастью, жертв удалось избежать. Правда, мелкие повреждения получили припаркованные автомобили. Жители говорят, что шторм застал их врасплох. Но здесь был звук, по-моему, соизмеримый с каким-то взрывом. Большая площадь отрыва и плюс приземление. Как взрыв был. Здесь все выбежали, там, три часа ночи весь подъезд был на улице. Непогода в области привела к задержке рейса в аэропорту Актобе. Похоже, что зима не спешит уступать весне. В городе и его окрестностях дождь сменяет снег. На улицах гололед. Спасатели работают в усиленном режиме. Бураны парализовали движение автомобилей на областных трассах. На участке дороги Актобе-Орск более 200 машин остались в снежном плену. В связи с тем, что погода, как вы сами видите, ухудшилась, мы просим жителей города Актобе и области, которые сейчас нас слушают, очень внимательно следить за сообщениями, которые поступают смс-рассылкой, и следовать данным указаниям. Мы советуем всем не покидать населенные пункты до улучшения погодных условий.